Привет, намасте, друзья! Всем привет! Вы снова на канале «Вкусная Индия». С вами Ирина. И Амери, друзья, как ваши дела? У нас все хорошо. И мы уже приехали на наш любимый город Гургаон. И мы с собой привезли солнце и теплая погода. Да, похоже, что вместе с нами приехала замечательная, приятная погодка, потому что днем уже температура достаточно теплая. Конечно, к вечеру становится прохладно, поэтому мы сегодня в легких курточках. Вот, а так замечательно. Такое ощущение, что уже наступает такое приятное лето, либо же такая приятная весна. У нас птички везде поют, настроение прекрасное. Я надеюсь, что у вас тоже настроение отличное. Да. Сейчас мы вышли за ворота нашего микрорайона, вглубь решили не ходить. Но даже здесь, посмотрите, у нас уже вовсю лето, цветут замечательные цветочки. То есть ощущение прям уже все, весна, лето, красота. И эти желтые, я не помню, как называются, даже не знаю. А вот эти вот красненькие, это у нас мак. Посмотрите, какие красивые цветы. Ну, друзья, сегодня у нас выходной. И мы решили давай поехать в большой рынок. Да, нам нужно кое-что посмотреть, не знаю, что купим, не купим, но решили приехать в Дели на центральный рынок. Это один из самых больших рынков в Дели, называется Ладжпат Нагар Маркет. Вот, потому что в Гургаоне мы не нашли таких базаров, рынков. Есть, конечно, магазинчики, очень много торговых центров, но именно рынки как рынки. Нам вот, допустим, нравится рынок Сароджини, находится в Дели, и Ладжпат. Но здесь мы уже давным-давно не были, поэтому решили сюда съездить, кое-что посмотреть и, конечно, показать вам, как обычно берем вас вместе с нами. Небольшая пробка впереди образовалась, потому что, как видите, парковочные места здесь вроде бы как и не предусмотрены, но люди паркуют и сбоку. И также прямо на дороге, ну, никто ничего не говорит. И получается, что осталась только одна полоса для движения. В одну сторону одна полоса и в другую. Из-за этого, конечно же, большие пробки. Да, в отеле это проблема парковка, да? Да, ну хотя построили, мы сейчас припарковали нашу машину в автоматизированной парковке. На автоматизированной парковке. Вот, но не все машины по какой-то причине туда хотят ехать, им удобнее запарковаться прямо на обочине дороги. Не знаю, кому как. Нам безопаснее запарковаться на той парковке, потому что здесь тоже платишь за место, даже если это и на дороге. Но в любом случае, там более-менее безопасно. Никто твою машину не утащит, никто ее не царапнет, не стукнет. А здесь, не знаю, такое себе. И это шумно. Пип-пип. Как на рынок заходишь, здесь можно и поесть, если вы не брезгуете есть на улице, и, конечно же, закупиться различным товаром. Люди здесь проходят, когда мимо вас, иногда толкают вас, поэтому вы должны быть готовы, когда вы заходите на рынок, что вас могут кто-то, может кто-то просто толкнуть. И добро пожаловать на рынок Ладжпат. Там музыка играет. Да. Рынки всегда в Индии очень шумные. И как только вы входите сюда, да, видите, местные баба их называют, да, бабас. Они играют музыку на барабанах, то есть просят, чтобы им подношение сделали денежки. Да, это баба. Ну что, друзья, окунитесь с головой в индийский рынок. Послушайте, как звучит индийский базар. Это животный базар, да? Животный. Living life. Life.
Когда приходишь на индийский рынок, ты не знаешь, что можно от него ожидать, потому что с тобой может случиться все, что угодно. Во-первых, тебя могут бесплатно угостить вкусняшками, могут предложить какие-нибудь соки, могут просто пригласить, показать, рассказать, ну, либо же попытаются тебе что-то продать. Либо же, как сейчас, мы встретили приверженцев индуизма, которые идут, прославляют Бога, играют на своем барабанчике. Ну, это такой мини-концерт для вас. Это не концерт, это они бегают, кажется, бегают. Они попрошайки? Да, они спрашивают деньги. Ну, я видела, что они идут с мешком, но у меня не сложилось впечатление, что они просят денег. Они, конечно, хотят, чтобы ты им как бы дал деньги, да. Но эти деньги, наверное, идут на то, чтобы они пошли в храм, положили там что-то, сделали, нет? Ну, они это не монахи? Это не индуистские монахи? These are not monks. No. Нет? Это только человек пять песни. Прославляют Бога. Да. О. И два человека не могут видеть. Не могут видеть, да. Незрячие. Вот так. Вот. А я почему-то думала, у меня сложилось впечатление, что они, индуистские монахи, просто ходят по рынку и прославляют таким образом Бога Рама. Ну вот, видишь, ты мне открыл глаза, что они попрошайки. Эх. Лучше бы я верила в то, что я подумала. Сейчас проходили мимо одного магазина. Друзья, посмотрите, какая красивая ленга. Ленга – это индийский традиционный костюм, который в основном надевают на свадьбы, либо же на какие-то торжества. Классная такая юбка, блузка и дупатта, шарф. Посмотрите, как красиво смотрится. Очень нежно-розовый цвет. Мне кажется, это дорогой магазин, потому что здесь часто продают не дешевые костюмы. Посмотрите, а это новый какой-то костюмчик. Да. Это тоже... А, это такая накидочка. Такая каладин. Да, это такая накидка. То есть здесь даже шарфика нет, просто идет топчик и штаны в стиле Аладдина. Вот это вот симпатичные штаны, посмотри-ка. Но тебе нравится этот стиль? Да, штаны мне очень нравятся. Единственное, я бы предпочла шарф вместо... Это же типа жилетки. Я бы предпочла шарф вместо жилетки, но штаны мне очень нравятся. Давай-ка спросим, сколько стоит. Ага, китнагаге. Сейчас нам скажут, сколько стоит. О, я вижу, 9 тысяч. 9000. Does it have some discount? Какой дискаунт? Фикс прайс. 9000 рупий, друзья, очень дорого. Стиль дхоти. Штаны мне очень нравятся. Посмотрите, какая красота. Да, штаны красивые. Я бы ради штанов купила костюм, но не за 9000. Как я вам сказала, это достаточно дорогой магазин. Так что просто решила зайти показать вам. А это яркая какая юбка. Тоже очень красивые. Вот такие наборы мне сейчас нравятся. Они не тяжелые, не слишком блестящие, но яркие и красивые. Да? Да. Ладненько. Идем дальше, друзья. Да, это дорогой магазин, хотя штаны мне очень понравились. Стиль они написано сейлом, но они сказали... Скидка, да, сказали, что у нас скидок нет, да. Но костюм на самом деле очень хороший. Сухофрукты, смотри, мы приходили сюда года два тому назад или год тому назад, и этот магазин был просто как киоском, а сейчас он такой большой. Здесь продают орехи, сухофрукты, какие-то специи. Еле пробрались. Здесь скамейки поставили, поэтому люди могут сидеть. А раньше, помнишь, здесь постоянно эти торговцы были? Да. И не протиснуться. А сейчас свободно. Улицы стали, ну не улицы, а вот эти вот проемы между магазинами стали очень большими. Много людей есть чоле батури здесь. Ты что, тоже хочешь чоле батури? Не знаю. У тебя еще дома твоя фасоль с подливкой приготовленная. Вот кафтаны продают. Вот кафтанчики тоже продают. Кафтан – это типа рубахи и штаны. Вот посмотрите, какой большой размер. Давно не были на рынках.
Говорят, распродажа, распродажа. Посмотри, здесь магазин нижнего белья. Мне кажется, раньше тут не было. Пеньюары различные, сорочки продают. Более классические и индийские, традиционные. В Индии женщины, особенно взрослого, пожилого возраста, в сорочках не спят. Они могут вот в таких длинных ночнушках спать. Что у нас здесь? Тоже различные костюмы, сальвары. Посмотри, здесь уже тоже какой-то новый стиль, штаны. Или это юбка? Вот эта вот голубая. Какая? Это голубая? Вот эта голубая, это юбка или штаны, как ты думаешь? Да, это как шарара, да? Большой. Штаны, да, шарары. Значит, широкие такие штаны, шарары называются. А это уже типа анаркали, но я не вижу, там есть штаны или нет. Этот цвет мне нравится, такой нежно-голубой. Так что тоже магазин, где можно сторговаться, можно и не торговаться. Кстати, готовые уже сари, это называют ready-made в Индии. Вы можете купить себе такое сари и не мучиться завязывать его, заматывать самостоятельно. Вам уже дадут прошиты все, каждые складочки здесь будут прошиты. Так что вот вам готовые сари, можно купить. Домашняя одежда. А, ну вот это вот они продавали, посмотрите. Это, да, ты большой. Нет, это небольшая, посмотри, здесь прошито. Вот, видишь, какой наборчик? Домашние такие. Верхушка такой, ну я не скажу, что блузка, типа рубахи и штаны. Хлопок, или, ну да, мне кажется, что это такой хлопок. Домашняя одежда. То есть каждый год что-то новое придумывают, да? И fixed price. Да, 600 рупий стоит, кстати. Да. Распродажа. А это оранжевая. Посмотрите, надо было в Раджастан ехать в таких костюмах. Это? Да. Посмотри. Наверное, да. Во, это симпатично. Нужно было для фотографий, самое то было бы. Голубой костюм и оранжевый, а есть еще и красный. Потому что здесь, видишь, даже монетки такие, пайетки повесили, вот. С ними вообще симпатично смотрится, такой традиционный стиль. Ну вот, 700 рупий, друзья, 700 рупий, 700 рублей, где-то 9 долларов. Хорошая цена. Здесь можно купить... Ой, сальвары, посмотрите, тоже очень дешево, но это не прошитые сальвары, это просто отрезы ткани продают, блузка, штаны и, конечно же, шарфик. 800 практически рупий, 795. Здесь и подешевле есть, но такие наборы покупают женщины на каждый день, то есть это не на выход, это просто чтобы носить дома. Посмотри, 600 рупий, 700 рупий наборчик стоит. Дешево? Да. Здесь обычная одежда, типа домашней, футболки различные, по 100 рупий, по 200 рупий, распродажа. Везде пишут распродажа. Детская одежда, посмотрите, тоже различные костюмчики для детей продают. Во. Симпатичные какие. Если в фирменных магазинах будете покупать, такой костюмчик может стоить 1000 рупий, то здесь за 200, за 300 рупий запросто можно приобрести. А тут у нас все для дома, различные шторы, подушечки, большие подушки, маленькие. Маленькие подушки, о, посмотри, да? Нам большие подушки как раз нужны, мы все еще не купили в поисках. Маленькие есть, но больших нет. Шторы вон, и тюль, и плотные шторы. Хорошо. Вот здесь можно, конечно, себе посмотреть подушку, но посмотрим. Сначала везде все посмотрим, а потом за подушками придем. Вон даже яркие желтые продают. Ой, сколько красивых костюмов здесь. Посмотри по эту сторону. Какая красота. О, а это даже не ленга, это, посмотри, целое платье. Да. Вот это красота, это я понимаю. Я бы себе такой костюмчик тоже купила. И зеленый тоже симпатичный, но это просто, да, платье, да, внутри. Там, посмотри, тоже много нарядов, это просто заходить, покупать. Очень красивый наряд.
И по другую сторону здесь тоже, друзья, посмотрите. Поэтому я говорю, когда вам даже ничего не нужно, захотел на индийский рынок прийти, и сразу вам хочется купить абсолютно все. Посмотрите, а это какая красивая ленга. Тоже шарфик, блузка и такая роскошная юбка. Красиво. Здесь тоже большой выбор костюмов. Есть просто блузки, штаны и шарфики. А есть вот именно такого плана, что блузка, юбка и шарфик. Вот видите, а это уже просто типа длинного платья. Шарфик такой. Нравится тебе? Ну, в принципе, да. Вот такой фасон мне нравится, но мне не нравится то, что цвет такой. А если выбрать яркий цвет, а это со штанами, да? Штаны ничего тоже нету. Есть? Наверное, нет. Есть, нет. Наверное, чури, да? Да. Скорее всего, здесь узенькие штаны, типа как леггинсы. Да, симпатично. Правда, цвет не мой, но так красивые костюмы. Вот мужчина отдыхает, сидит, чаечек попивает. Намасте. Так, жена, наверное, в магазин пришла, а он пошел пить чай. Магазин с сумками. Зачем сюда, собственно говоря, я пришла? Много лет тому назад я купила себе сумку. И это не какой-то индийский бренд, это копия современного известного бренда. Но, я не знаю, она мне уже прослужила лет, наверное, 8. Я с ней везде езжу, документы вожу, когда особенно в долгие путешествия. И сейчас хочу посмотреть, есть ли у них такой же бренд этих сумок сейчас. Это владельцы магазинов, они нам разрешили здесь снять, говорят, пожалуйста. Thank you for allowing us to record, because sometimes people are saying, no, no, do not record. Thank you. Сейчас пойдем у них на втором, получается, что на цокольном этаже есть другой выбор, и сейчас туда мы и идем. Опс. А здесь есть клатчи на различные индийские мероприятия, можно купить любые. Также посмотрите, замечательные чемоданы. Во, приятная такая, приятный пластик. Чемоданчики различные. И я хотела... А, сумок у них нет, видишь? Да, здесь, к сожалению, нет тех сумок, за которыми я пришла. Ну уж сколько лет прошло. Опомнилась, как говорится. Да, в основном здесь у них вот только лишь для путешествий различные сумки, чемоданы, для ноутбуков. Нужно смотреть, значит, наверху. Здесь сейчас нет. Ну, давай вот. Спросим. Наверху давай, да, спросим. По эту сторону посмотри, что. Он pure leather. And these are PU. Смотри-ка. О, неожиданно. Со слоником. Это вот кто любит Индию и кто готов носить такие сумки, посмотри. Очень интересная. Покажи. Да, посмотри. Есть еще и такая. Но мне кажется, в черном исполнении очень хорошо, да? И она тяжелая. То есть не такое, что поднимешь ее, кажется, будто бы какая-то фигня. Мне нравится сумка, симпатичная. Но для Индии, конечно, видишь, здесь и ножки заклеены. Хорошая сумка, покажи, как внутри. А, ну, внутри, видишь, так как это не какая-то определенная фирма, это просто шьют без фирм, то и внутри она такая. То есть ткань так себе. Essence, это тоже вот симпатичная сумка зеленая. Посмотри. А внутри... О! Какие ручки необычные. Посмотри, да, необычная. А покажи, как внутри в этой сумке. Мне кажется, тоже здесь. А, ну, это вот, видишь, Essence. Это же какой-то, какая-то марка, фирма. Да, и внутри тоже у них. Окей, thank you. I'll have a look right now at this. And how much does this boy cost? 2495. 2495. В общем, 2500 практически. Но здесь посмотрите, друзья. Здесь уже и ткань внутри хорошего качества, и замочки все именно фирменные. Да, это мне нравится. 2500 – очень хорошая цена. Здесь, видишь, и такая расцветка есть, и это, и зелененькая. Мне зелененькая нравится. А это уже дизайн другой. Но мне кажется, вот это вот самое интересное, потому что такая приятная по цвету, да? О,
посмотри. То есть это какой-то вообще новый дизайн. Вот желтая, тоже яркая, красивая. А, так это даже не Индия. Это все сделано в Китае. Да. Это китайские сумки, друзья. Если у вас похожие сейчас продают, потому что это в тренде, это популярно в сезоне. Если у вас такие похожие сумки продают, напишите, сколько они стоят в вашей стране. Потому что я знаю, Китай абсолютно во все страны отправляет свой товар. Это, конечно, копии. Это все копии известных брендов. И они, конечно, делают небольшие ошибочки, подделочки, чтобы это было не похоже на 100% на оригиналы. И здесь у них уже кожаные сумки есть. Сказали здесь, да? Это кожа, мадам. Это кожа. О, вы по-русски даже говорите. 100% кожа. Ну вот, ну да, если мы говорим уже о натуральной коже, а не в искусственной, то здесь уже дизайн, ну, не особо симпатичный, так себе я скажу. Но на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Если говорить о таких модельках, они симпатичные, а если это натуральная кожа, то нет. Здесь уже выбора практически нету. Конечно же, я сейчас себе никакую сумку, друзья, не купила. Дело в том, что я пришла за определенными моделями, за определенной фирмой, которая называется Fendi. Они покупали раньше на заводах сумки, если какая-то погрешность, какая-то ошибочка была, то есть их списывали, и такие магазины скупали с фабрик-производителей по очень дешевым ценам. Поэтому Fendi сумку можно было купить здесь за 5 тысяч, за 6 тысяч. И у меня эта сумка, как я уже сказала, очень-очень много лет служит, с ней абсолютно ничего не произошло. И я была уверена, что они у них до сих пор есть. Но опять-таки, это мое невезение, потому что они сказали пару месяцев назад, у них был рейд, инспекция, и их оштрафовали на очень большую сумму. Я не знаю, на какую сумму, но все сумки, которые у них были именно с таких заводов, то есть фирменные сумки, они у них конфисковали. Мне так было обидно, конечно. Думаю, конечно, качество отменное. Ну, даже если там шовчик неровненько где-то лег или еще что-то, ну, неважно, я бы в любом случае купила. Но нет, в общем, инспекция пришла, сумки забрала, и поэтому сейчас они продают сумки, где никаких фирм не указано, либо это китайская какая-то фигня. Ну, в общем, жаль. Жаль, да? Обычно я покупаю... Мы далеко приехали. Да, мы приехали далеко, но просто мы давным-давно сюда не приезжали. Я обычно покупаю индийского производителя сумки до Милано. Они хорошие, кожаные, но Fendi мне нравились тем, что они были сделаны из ткани, и только ручки, и получается, что низ самой сумки был сделан из кожи, а вся остальная часть была полностью из ткани. И плюс они такие коричневые, темно-коричневые, светло-коричневые, комбинация цветов мне очень нравилась. Ну ладно, что поделать, значит, не судьба. Здесь снова продают все для дома. А, нет, это тоже костюмы кашмирские. Вот, посмотри, сейчас такой фасон, видимо, везде популярен. Это домашние костюмы. Такая туничка и штаны. Мне кажется, популярно, да? Да. Это How much does it cost? 500 рупий. Ну вот, где-то 300, где-то 500. Это без рукавов, ну точнее, 3/4. Новый фасон. Новый фасон, да, каждый год что-то новое придумывают. 500 рупий стоит. А, ну и расцветки там разные. Мне не нравятся расцветки, честно говоря. Бабушкины цвета. А здесь, посмотри, уже немного другой фасон. Во, это уже по мне. Здесь более симпатичные розовые, такие вот. Это тоже домашняя одежда. В общем, то, что мне нравится, снова дороже. 850 такой наборчик, вот. Домашний тоже. А то, что мне не нравится, это домашний. Это домашний. Погулять на улице. No, it's fine, thank you so much. Но я думаю, что это домашний костюм. Ты что, домашний? Смотри. Домашний, wear in the house. Да? Да. Buying just to walk outside. Ну, мне кажется, что это домашний, а это? Тоже. Домашний. Ну, для меня это домашний костюм. А для тебя не домашний? Для индийцев не домашний. Я вот думаю
себе взять, когда мы ездим в Агру, постоянно мучаюсь вопросом, что носить именно дома. Во, посмотри, какие наборчики. Во, это тоже очень приятная ткань. How much does this costume cost? 950, друзья, ну конечно, здесь штаны уже такие приятные, и ткань очень приятная. Мне это нравится, но видите, что лучше, то и подороже стоит. В общем, друзья, что мне нравится, чем лучше костюм, тем он дороже стоит. А это что такое? О, это уже вот традиционные индийские цвета, красные, желтые, оранжевые. Смотри, это для фотографий в пустыне подошло бы. Да. 1100, после скидки 1100. 600 рупий, все предлагаю. Только 600 рупий. Все по 600 рублей. 600. Это продавцы, да? Это, да, продавцы на рынке. Вот самые, что ни на есть, настоящие индийские продавцы. Будь здоров. Спасибо. Давно не приходили на рынок, потому что на рынке существует своя атмосфера, ни с чем не спутаешь ее, непередаваемая. Посмотри, какие симпатичные костюмчики. На лето как раз, да? Да. 1000 рупий, 750. Конечно, я такие костюмы в принципе не ношу, потому что их еще нужно отдавать портному, шить. И мне такой стиль не нравится. Но индийские женщины такие костюмы носят и дома, и на улицу. Три 800, он сказал, такой костюм. Это ленга называется. Да, тебе нравится это? Да, симпатичная. Конечно, вот это вот я бы обрезала. Ленга, ленга? Да, видишь, вот эту вот штуку для пышности юбки я бы обрезала. I can just take it off. Да. Но, в принципе, эта ленга очень интересная. Посмотри, какая красота. Вот такая юбка. Это как у меня прапрабабушка носила такие. И блузка. Во. Посмотри. Да, это красиво. Это красиво, да? Да. Nice. Or, какой color is your pass? Это pink color. Pink color. Во, как красиво. Это как красиво. Дульхан. Дульхан, ну конечно, я не невеста. Я уже жена. Е дизайн алаге. Но мужи пасанды. Это симпатично. Правда, нужно юбку обрезать, вот эту вот вставку. А так красиво смотрится, смотри-ка. Да, это красивый цвет тоже. Да, мне тоже нравится. Найс. Это очень прям симпатично. Не знаю, это для меня лучше, потому что это можно... Куда-то еще надеть. Да. Юбку я обрежу, вот эту вот тяжелый подол, и можно вот так вот прям и носить. В свадьбу тоже Нет, на свадьбу нет. Ну ладно, давай еще что-то посмотрим. Очень хороший, конечно, костюмчик. Опять, я вам скажу, друзья, секрет. Когда вы ходите на рынок, если ты придешь сюда днем, то тогда ощущение будет, что цвета не такие яркие, ткани не такие хорошие. А когда ты приходишь сюда вечером, ночью, когда уже темно, посмотрите, сколько здесь лампочек. Вот. Видите, сколько лампочек? Из-за всех этих лампочек ощущение, что ткани красивые, что все прям такое замечательное, что цвета яркие. И кажется, что это все очень красиво. А когда приносишь домой, бывает, откроешь вещь, о, что я купила. Такое тоже случается. Вот. Но это мне очень нравится. Вот это вот прям очень хорошо. Вот, карточку нам дали. Так что вот. Ну ладненько, что тут еще внутри есть? Посмотри, а это такое же платье, которое сейчас нам молодой человек продавал. Это same? Pattern is different. Смотри, дизайн другой. Здесь штаны уже вот такие вот. Да. Типа как шелковый, но это не шелк, это синтетика. И вот такое вот платье. Но это платье-платье. Это не туника длинная, а просто длинное такое платье. Видишь, куда уходит? Да, это... Для лета, в принципе, хорошо. Даже если так фотографии делать, хорошо. Но...
Вот, посмотри, такого же. Но ткань точно такая же, как и в том костюме. Видишь тоже это платье? Абсолютно такой же дизайн, только это платье. Мне платье не хочется покупать, потому что... А, ну здесь штаны уже другие, видишь? Штаны уже вот такие. Мне платье не хочется покупать, потому что платье, ну, не такое красивое. А тот костюм мне понравился. Ну, не знаю, этот голубой мне тоже понравился. Что здесь у них? О, посмотри. Это все современные наряды. Друзья, это все юбки. А, это не юбка, это, как это называется, расклешенные штаны. Лазо, они расклешенные штаны, это Broadbands. Блузка такая небольшая. Посмотри-ка. О, и рукава, фонарики. То есть... Ха-ха. В общем, рукава, фонарики, блузка и штаны. Это вообще новый дизайн. Индия изменяется. Хотя говорят, что что вы хотите от индийских костюмов? А вот смотрите, как они делают. То есть они объединяют и в арабских странах, и в каких-то еще. Они смотрят, как выглядят их костюмы. Что-то там придумывают, намешивают и продают в Индии свое. Красота. Кафтан. Кафтанчики вот продают. А это, посмотрите, такие же домашние костюмы. Ну, я говорю домашние. Амир, конечно, скажет, что не домашние. Это не домашние. Пайетки даже внизу на штанах. Посмотри-ка. Как тебе? Симпатично. Но это домашний костюм, вот скажи. Здесь можно завязать. Если вам кажется, что он большой, видишь, можно завязать себе сзади. Оп. И будет вот такой вот костюмчик. Кафтан, кафтан. А это что? А, ну вот одинаковый фасон. Бояу е китнагахе? Китнагахе? Не-не, е сет китнагахе. 600 рупий. Ну да, как и на улице. То есть 600 рупий вот за такой костюмчик. Может быть, купить такой на дом? Дома ходить в нем? Да. Ну, не дома, а когда в Агру ездим, чтобы не смущать родителей иногда. Им не нравится, когда я дома в платье хожу. А вот в таких... Что думаешь? Удобно, да? Наверное. Я не знаю, удобно, да? Очень мягкая ткань. Ну, ладненько, друзья. Подумаю, посмотрю, может быть, что-то себе и куплю. А может быть, поглазею, как говорится. Посмотрю, это window shopping называется. И ничего не куплю. А наборчик все же взяли? Да, выехали. Где наш наборчик? Дело в том, что когда мы ездим в Агру, я ношу обычно какие-то длинные хлопковые платья, либо же, ну, джинсы, понятное дело, а летом и очень жарко. Внутри, да? Да, пижамочка внутри должна быть, да? Вон, видишь, она там, это штаны. Штаны. Вот они, штаны, пижамки. Да. Вот, поэтому в Агре иногда удобно что-то такое легкое надеть, и все. Вот так что купили. В общем, Индия – это то, куда стоит приезжать. Индия, индийские рынки – это те рынки, на которые обязательно стоит прийти хотя бы один раз в своей жизни, потому что на них интересно, шумно, конечно, многолюдно, но тем они индийские рынки. Конечно, сейчас уже я не вижу, что зазывалы нас зазывают в магазинчики, но туда поглубже пройдешь, говорят, идем сюда, 100 рупий, 200 рупий, 100 рупий, 200 рупий. Это очень весело, друзья. У нас уже темно. О, washing machine cover. Хочешь купить washing machine cover? Вот, говорят, я проговорила, это чехол для стиральной машинки. Я просто проговорила, он говорит, а на какую тебе машинку, на автомат или на полуавтомат? Посмотри, здесь тоже платья традиционные висят. Нужно прийти сюда непосредственно, когда я запланирую куда-то ехать. Сейчас уже обратно идем к парковке, а здесь уже установили свою лавку, где жарят покоры. И посмотрите, друзья, сейчас у нас сезон, ну не сезон, а здесь круглый год, наверное, продают кукурузу. Можно ее купить приготовленную на углях, а можно приготовленную в воде, то есть отварную кукурузу. Это сладкая кукуруза, мне очень нравится. Может Ладно. Быть, съесть стоит. И также батат продают, тоже приготовленный на огне, на костре. Давно не ели мы с тобой кукурузку? Если тебе хочется, тогда купи. Вот спрашивают, вам нужно ото?
Кстати, друзья, у вас здесь никогда не будет проблем с тем, чтобы найти транспорт. Как только приближается вечер, здесь очень много различных авторикш, велорикш, и они могут отвезти вас либо до места назначения, куда вы попросите, соответственно, стоимости, либо можно пройти прямо пешком и отправиться на метро. Здесь недалеко станция метро. Так что они предлагают, говорят, вам нужно ОТО, и даже не спрашивают, просто говорят, ОТО, ОТО, и все. Вы говорите, да, и куда нужно. Вот, здесь тоже продают, конечно же, кукурузу и батат. Может быть, батат возьмем, приготовленный на углях. Если тебе нравится, да. Да, давай маленькую порцию возьмем. И кукурузу не хочешь? Кукурузу, я не знаю, она сейчас у меня везде в зубах забьется. Батат без специй? Без специй, да, просто батат. Ну ладно. А ей кетная дыра боя шакаркандей? Шакарканди называется. 50 рупий, да? 50, да. Ну давай возьмем только без специй. Окей. Okay. Потому что, видите, он туда насыпает, точнее наливает специи. У него уже смесь со специями. Это соль, тоже со специями, вонючая соль. Называется black salt, черная соль. И сейчас он все это подогреет дело. И лимончик, конечно. Нам ничего не нужно, просто батат почистит, положит в тарелочку, и все, мы так и сидим. Давно не ели, вообще давно на рынок не приходили. Здесь абсолютно другая атмосфера. Друзья, вы не представляете, я просто обожаю индийские базары. Сюда можно прийти и пропасть на целый день. А тебе нравятся индийские базары? Конечно. Цветные. Цветные, яркие, да, яркие. Шумные. Живые, да. Потому что когда ходишь на рынок, там магазины. Да, и, конечно, вкусные. В магазин, в торговый центр пришел, а там у тебя все уже чистенько, выложено на полочке. Ты смотришь, и это все современные дизайны, европейская одежда, та, которую мы носим в повседневности. Но она иногда бывает скучна. А если тебе куда-то хочется выехать, что-то именно такое аутентичное хочется, то, конечно, нужно на рынок приходить, покупать традиционную какую-то вещь. Сейчас я не купила, но я для себя обязательно куплю в следующий раз, когда будет больше времени, чтобы выбрать. Хочу именно в таком этническом стиле, цветное, что-то желто-красное. Вот, ладненько. Сейчас батат поедим с Амиром. В общем, рынки индийские – это моя любовь. Как и кукуруза, впрочем. Я раньше никогда батат не ела, а несколько лет тому назад мы так с Амиром пришли на рынок, и я его попробовала. Мне он настолько понравился, он на самом деле вкусный. И говорят, что это сладкий картофель, но на самом деле по текстуре только на картошку похож. А так очень вкусно. Тебе не нравится? Это сладкий, да? Мне нравится картошка, когда не сладкий. Ну это же не картошка, это же батат, другой это овощ. Это картошка, это сладкая картошка. Сладкий картошка, да. А это у нас, кстати, друзья, посмотрите, что такое. Сахарный тростник. Он уже почищен, нарезан на порции. Вы его можете купить, жевать, и мякоть можно просто выплюнуть. Ну что, пробуем? Давай, ты пробуй первый. Я первая попробую, да. Ну давай. Вы видели, что туда добавляют различные специи, еще что-то, лимончик. Я попробую без всего, потому что мне не нравится, когда добавляют все вкусовые добавки. Вкусно. Очень плотная текстура. И для тех, кто никогда не пробовал батат, кто никогда не пробовал сладкий картофель, это по текстуре похоже на картошку, но приготовленный на углях, он очень похож на вкус, как тушеная в чугунке, либо же на огне, на костре приготовленная тыква. Вот томленая печеная тыква в детстве, такая оранжевая, насыщенная, не водянистая, а именно такая рассыпчатая. Когда она чуть-чуть с подгорелым донышком, ну не донышком, а кожура, когда немножко такая прям коричневая становится, карамелизированная. Вот именно этот вкус у батата, друзья, прям вот очень похоже. То есть представьте тыкву по вкусу, которая приготовлена в горшочке, но по текстуре как картофель. Да, вкусно. Вот такая вот она уличная еда.
И сейчас мы ждем на парковке нашу машину. Это новый автоматический многоэтажная парковка. Да, многоуровневая парковка, посмотрите. Да. Ее строили несколько лет. И наконец-то построили. Мы уже не первый раз, когда в предыдущий раз приезжали сюда, тоже, по-моему, здесь парковали. Да. Вот. И посмотри. Очень удобно. Это все здания. Полностью все двигается, да? Двигается, да. Удобно, молодцы, потому что здесь всегда проблема с автомобилями. То, что некуда ставить. Ой, наша машинка трясется. Некуда ставить машины, когда люди приезжают на рынок. То есть очень хорошо вышли из положения. Все видно, что у нас внизу под машиной, да? Очень хорошо вышли ребята из положения напротив рынок, то есть откуда мы сейчас пришли. Здесь все еще он продолжается, но практически уже закончился. И большая парковка. То есть очень удобно, комфортно. И машинка наша приехала. Друзья, если вы не знаете, Индия была британской колонией. И в Мумбай тоже есть двухэтажные автобусы. Двухэтажные автобусы. Даже до сих пор на каких-то улицах там ездят. А да. У нас есть? И у нас тоже есть. Хотя в Дели... Да, в Дели никогда не было двухэтажных автобусов. Но этот автобус называется Food Bus. Кафешка. Его привезли сюда из Мумбая. И молодые люди, молодые предприниматели сделали для себя такое кафе. Такие кафе находятся в Дели, в Гургаоне, в Мумбаи, в Калькутте, по-моему, да? Да? В общем, это у них целая сеть. В этом двухэтажном автобусе можно поесть любые уличные блюда Индии. То есть уличная еда в двухэтажном автобусе. То есть вы себя чувствуете, будто бы вы как в Лондоне. Лондонский автобус такой. Но на самом деле это не лондонский, а просто-напросто двухэтажный автобус, можно сказать, из Мумбаи. Называется Food Bus. Мы поднимемся на второй этаж, если у них есть место, то там присядем. Посмотрите, здесь у них все уличные блюда, различные закуски, но в современной обработке, то есть можно удобненько посидеть, и они работают круглые сутки. Сидеть можно внутри до часа ночи, но на вынос, то есть вы можете заказать еду и в 2, и в 3 ночи, и в 4. Мы сюда приезжали как-то просто выпить чай пару месяцев тому назад. Где-то в 3 ночи мы приехали или в 4, да, да. И они работали. Ну что, идем внутрь? Давай. Добро пожаловать. Food Bus India. Автобус с едой индийский. О, у них здесь можно руки помыть. Очень удобно. Приятная музыка играет. Светло, тепло. Летом работает кондиционер. Зимой здесь тепло. Ну вот сюда мы и присядем, друзья. Как вам? На втором этаже автобуса. Сейчас поешь вкусные блюда, различные уличные еды. Пахнет хорошо? Да, пахнет вкусно, мне кажется. У нас здесь мамосы. Да, даже мамосы есть, которые я очень люблю. Мамосы это как похожие на наши вареники, только с капустой внутри и с другими овощами. Да. Пахнет вкусно, мне кажется, пахнет даже такой пиццей. Или же, знаешь, когда готовят перец. Да. Ребята, я заказал себе это картошка чат. В общем, чат – это смесь различных ингредиентов, куда входят овощи, могут входить картошка жареная, еще что-то, специи. В общем, для меня это большой такой салат со многочисленными ингредиентами. Сад турецкий горох. Да, здесь даже есть чоли. Вкусно, да. Нет? Не знаешь еще. Давай посмотрим это. Турецкий горошек, помидоры, сверху посыпано типа вермишелька, из картофеля сделанная, овощи какие-то еще, не знаю, много чего. Да. Вот Food Bus of India. Вкус неплохо, вкус нормально. Да, вкус нормально. Ну, это такие снеки называются. Нравится? Не остро, ничего, да? Это индийские снеки. И это другой стиль.
Я думал, это будет только хрустящая картошка. Но а здесь все чоли, есть. Да. Чоли. Но так ты же не с картошкой, а с чоли заказал, нет? Ну, это с чоли, а не с соли. Я думал, это не подливка чоли, нормально чоли. Да ладно, вкусно. И мы еще заказали это вегетарианский момос, так да. Как вареники, да? Ну, типа вареников, только вот с другими овощами. Сейчас попробую, потому что я очень люблю момосы. О, горячие. Ладно, я вилкой сейчас попробую такой. Попробую пока что без всяких соусов. Здесь томатный соус есть и, конечно, майонез. Потому что очень популярный с майонезом. Горячие, даже еще пар идет. Вкусно. Как это? Друзья, очень вкусно. Здесь капуста. Мне кажется, немножко имбиря, чеснока добавили. Лук, конечно, есть. Помимо этого, мне кажется, даже положили кукурузу. Очень вкусно, на самом деле. Сейчас пусть немножко остынет, потому что пар изо рта идет. Так что приятного нам аппетита. Ну ладно, друзья, мы перекусили немного, да, мне нравится. Мне тоже понравились, особенно мамосы, я их очень люблю. Да, и мы гуляли на этой хорошей рынке через много месяцев, и тебе больше нравится в этот раз, да? Да, конечно, я бы хотела себе что-то прикупить, но я думаю, в следующий раз мы придем, чтобы у нас было больше времени, и при дневном свете можно было выбрать, на самом деле, чтобы краски, ткани и все прочее были качественными, хорошими, чтобы я могла наслаждаться и носить эту вещь долго. Вот, поэтому сегодня решили, ладно, ничего не будем покупать. И вдруг это будут деньги на ветер. В следующий раз уже запланированно придем и что-то будем выбирать. А так, атмосфера рынка прекрасная. Я люблю прогуливаться иногда по таким рынкам. На самом деле настроение прекрасное. Да, друзья. И на ладно, мы сейчас вернемся домой. И если вам нравится наше сегодня видео, тогда обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Обязательно пишите комментарии, мы вас очень любим. И, конечно же, смотрите наши новые выпуски из Индии. Всем пока! Пока.